Ульяновский школьник стал победителем международного фестиваля детского творчества «Дипломатия дружбы». В число 50 лучших работ российско-китайского конкурса вошел мультфильм ученика 24-й гимназии Ульяновска Владислава Пырялова. Мальчик учится в 6 классе, информатики в списке его школьных занятий пока нет. Навыки по созданию мультфильмов набирает в кружке по программированию. Мы с мамой смотрели памятку на каникулах, и мы выбрали два мне интересующих проекта, в котором был фестиваль детского творчества «Дипломатия, дружба между Китаем и Россией». Российско-китайские отношения в мире очень сильно развиваются, и в будущем я, скорее всего, буду учить китайский язык. Подобная целеустремленность отличает многих сверстников Владислава. Это отмечает директор школы, в которой учится победитель международного конкурса. Увлеченность как гуманитарными, так и точными науками дети демонстрируют и на уроках, и на дополнительных занятиях. Это такая крупная победа, вторая в истории нашей гимназии, поскольку гимназия имеет гуманитарный профиль. Ребенок обучается на пятерке, усваивая на отличный образовательный стандарт. И мы стремимся всеми силами поддержать вот таких вот одаренных детей. На творческий фестиваль «Дипломатия дружбы» свои работы представили 1500 российских школьников и почти 13 тысяч учащихся из Китая. В самых разных жанрах – рисунки, комиксы, фотографии, видеоролики и анимация.